Пришла зима, встаем на лыжи. А я лучше на коньки. Захотел покататься, вышел во двор. Где в Тюмени есть ледовые площадки, подскажет Галина Исаева. Все, что нужно заядлому конькобежцу для счастья, это хорошая погода, коньки и, конечно же, лед. В этом году в Тюмени планируется залить около сотни ледовых площадок. Так что любителям покататься будет где развернуться. Один из самых старых и самых больших открытых катков в Тюмени – это «Локомотив». Там совсем скоро будет организовано массовое катание по выходным. Сейчас идет пока, значит, у нас заливка катка. Вот тут подвели нас погодные условия, снежные заносы, оттепели. Поэтому стадион не готов. Ну, мы думаем, через недельку где-то стадион будет открыт. Кстати, в пункте проката вам не только выдадут коньки, там же можно будет переодеться и попить чая в теплой раздевалке. Стоимость проката коньков 100 рублей в час, входной билет 50 рублей. Есть в Тюмени и крытые катки. Вот только обойдутся они чуть дороже – 300 рублей в час. А если вы придете со своими коньками, то вход составит 200 рублей. На таких площадках в основном тренируются спортсмены. Но три раза в неделю на ледовой арене скользят любители фигурного катания и хоккея. Скоро под открытым небом можно будет покататься в центре города на Цветном бульваре. Здесь можно взять коньки на прокат. Единственный минус – отсутствие теплой раздевалки. Переобуваться придется на скамейке. Также к сезону катания готовится торгово-развлекательный центр «Привоз», пруд «Лесной», базар. За отдыха Верхний Бор. Для тех, кому не очень хочется выбираться в центр Тюмени, а уж тем более за город, есть вариант попроще – собственный двор, причем абсолютно бесплатно и без ограничений во времени. К сведению, ледовые площадки есть по улице Мельникайте 46, Щербакова 112, Геолога-разведчиков, на Широтной 69, Олимпийской 47, Судоремонтной 2Б, на Самарцева 40. И это лишь часть адресов, на самом деле их больше. Если вы хотите быть в форме, не сидите дома. Коньки в руки и бегом на лед. Тем более каток – это отличное место для встречи свиданий. Галина Исаева, Леонид Ализаревич, Сибинформбюро. А я и не думала, что в Тюмени столько ледовых площадок, где можно покататься. Буду иметь в виду. И это только в областной столице, но катки есть и в других городах нашей области, хоть и не в таком количестве. Например, Ишим. Основное место катания для местных жителей – это стадион «Центральный». Для посетителей там приготовлено более 200 пар коньков, которые можно спокойно взять на прокат. Стоимость часа около 80 рублей. Поскользить по льду можно и в Заводоуковске, на корте детской и юношеской спортивной школы номер 2. Все желающие могут воспользоваться услугами проката по понедельникам, субботам, воскресеньям с 17 до 22 часов. Стоимость пары коньков 30 рублей в час. Пункты проката есть и в Тобольске, причем как на открытых площадках возле школ, так и на крытом корте во дворце спорта «Кристалл». Стоимость катания там составляет 120 рублей в час.